Здравствуйте. Здравствуйте, это программа «Модная линия», а это Жора, как вы догадались. Нескончаемая череда праздников. 13 января, Старый Новый год, и мы снова с трепетом в сердце, с волнением в сердце будем наблюдать за стрелками часов. Как минимум два часовых клана овеяны мифами и легендами нашего времени. Это часы советские командирские, которые Жора предпочитает, и все другие скопом именуемые швейцарскими. Показалось заманчивым спросить у представителя швейцарской часовой фирмы. Куда же предпочтительнее смотреть? На куранты или... В новом году хочется сфокусировать внимание как наше, так и внимание всех на каких-то общечеловеческих ценностях. Надеемся на то, что наш бизнес будет продвигаться очень хорошо в новом году. Так что только оптимистичные взгляды на будущее. Смотрим на оптимизм. Разумеется, часы нечто большее, чем предмет, тикающий на руке. А в старо-новогоднюю ночь часы приобретают сверхсимволическое значение. У каждого свой отсчет. В соответствии с уровнем осознания времени можно и дизайн часов придумывать. Многие пытаются подвести какую-то черту, а я пытаюсь представить бесконечность. Многим это сложно, но да, на самом деле это должно существовать. Хотя сознание, которое постоянно пытается найти какой-то ответ, и часы – это ответ, это попытка структурировать мир. Как человеческое сознание существует, а попытка представить бесконечность человеческому сознанию не подвластна. Я думаю, часы должны быть вручены микрочипом в головной мозг, и они должны на сетчатке просто высвечивать, все время напоминая, как на телевизоре, о том, сколько прошло времени. С будильником, с записными книжками и всем остальным. Я думаю, это будущее, это будет. Я, к сожалению, может быть, к счастью, не ношу часов. Я, наверное, считаю, что мне иногда они мешают просто. Всегда о чем-то помнишь. Но мне кажется, часы – это как коллекция. То есть сегодня я хочу одеть свои любимые часы. А завтра я одену часы, в которых я все время хожу. Которые удобны, легкие. То есть да, это должно быть классификация настроения, вот, определенная, или, возможно, какой-то случай. Это как много парфюмов, один очень любимый. И вот я буду им пользоваться только тогда, когда я действительно этот момент придет. Дали привиделся растекшийся циферблат в тот момент, когда он размышлял о мягкости сыра. Гала, вернувшись из кинотеатра, сказала, что такие часы никогда не забудут. Итак, формы можно выбирать. Что касается течения времени, то с этим сложнее. Неважно, старые часы, либо новые, главное, чтобы они шли. А для Альбины Овсянниковой стрелки часов, скорее всего, напомнят крючки, либо вязальные спицы. Крючочек за крючочком, минута за минутой сплелось то, что получило название «Элегия». Смотрим коллекцию. Не будем скупиться на аплодисменты. Это действительно правда. Это здорово. Здорово. Thank you.
от Альбины, отца Овсянниковой. Потрясающе! Потрясай! Вот она! Мы так привыкли повторять, что время – это деньги, что впору накликать цитнут. Или инфляцию. Давайте спросим у человека, который сумел превратить время в деньги, а деньги – во время. Спросим о том, что такое Новый год в его жизни. Иван Саиди. Чем был ушедший год интересен? Тем, что я все-таки на год был моложе. А все остальное идет своим чередом. Год каждый, он... Вот вчера мне очень понравилась фраза из выступления губернатора, когда он процитировал Колчака, что каждый последующий день хуже. Вот и он сказал, так хочется, чтобы каждый последующий день был лучше. Вы знаете, детство мое прошло в высокогорной местности, 1750-1800 метров над уровнем моря. И для меня Новый год это был, когда много снега, выше моего роста снег. И подарки, да я не знаю, я их никогда не придавал значения. Я в семье восьмой. А что остается восьмому? Ну, сосульки ели? Сосульки, безусловно. И восьмому ребенку остается, кстати сказать, восьмому обычно фантики. Вот, наверное, это и были самые такие приятные подарки. Формула успеха. Берем интересную профессию, добавляем достойную оплату, результат налицо. Городской клуб визажистов обучает профессии, предоставляет практику в кино, рекламе и на телевидении. Визажист. Волшебная профессия. Телефоны 99-01-50-33-02-19-74-65-95. Ростов-на-Дону, переулок Газетный, 34, гостиница «Дон», второй этаж. Визажист. Без работы не останешься. До свидания. Я слышу, как стучит сердце Георгия, а также тикают его часы. До свидания. С Новым вас годом.